В России нужно побеждать Кремль, потому что без того, чтобы победить Кремль, нельзя рассчитывать на какое-либо представительство, нельзя рассчитывать на то, что, в принципе, мы сможем повлиять на то, что будут в России введены повсеместные камеры слежения или не будут. Будет введен цифровой рубль или не будет. Это решение остается не за нами, это решение сегодня остается за Кремлем, и именно поэтому мы должны вернуть Россию себе, чтобы не допустить реализации этого проекта. А как это можно не допустить? Во-первых, вернуть Россию себе, во-вторых, децентрализация власти. То есть решение должен принимать не Собянин, не Илья Варламов, не Максим Кац. Решение должен принимать муниципалитет. Каждый в отдельности. Это и предоставит необходимую свободу выхода, необходимую политическую конкуренцию. И в частности, позволит разным средам сложиться по-разному. И таким образом, в рамках конкурентной борьбы мы обнаружим, кто был прав, а кто был неправ.